Медитация «Отсечение негативных событий» записана по авторским разработкам Школы энергетических и восточных практик Игоря Андреева. Данная медитация помогает убрать негативные события и гармонизировать событийную матрицу. Но следует понимать, что большинство событий кармические, и просто так негатив не уходит. Также и не появляется в жизни человека. Для того, чтобы пошли позитивные изменения в жизни, необходимо начать заниматься энергетическими практиками. По всем вопросам пишите по контактам в описании к этому видео. Медитацию можно слушать через акустику или наушники. Полетели! Thank you.
Thank you.
Thank you.